Как известно, весна приносит с собой не только долгожданное тепло и согревающее солнце, но и достаточно большое количество осадков, которые часто становятся причиной возникновения наводнений и паводков. Затяжные проливные дожди продолжают доставлять неудобства пешеходам, водителям, коммунальным и дорожным службам и заставлять работать круглосуточно спасательные бригады. Необходимо отметить, что по данным специалистов, за сутки с 15 по 16 марта по области выпало 39 мм осадков, что составляет свыше половины месячной нормы. За 15 марта дней 130 миллиметров. Этот показатель больше двухмесячной нормы. С 2020 года в городе Самарканде идет активная работа по восстановлению ирригационной системы. Каналы и коллекторы в некоторых местах были открыты, частично заменены трубы. Также водные артерии были очищены от различных бытовых и производственных отходов и хаотичных застроек. В результате в этом году в некоторых локациях удалось избежать затопления. Ежегодно на территории бывшего спиртоводочного завода на пересечении улиц Дагбитской и Регистанской происходил потоп во время проливных дождей. На месте слияния канала Багишамал и коллектора Чашма был восстановлен разрушенный колодец. Установлены 1600-миллиметровые железобетонные трубы протяженностью 220 метров. Благодаря этому данная территория ныне не затапливается. Подтопленной была и территория стадиона «Динамо». В воде плавали теннисные корты. Здесь были проложены дополнительные 1600-е трубы на участке 580 метров от улицы Мивазор до стадиона «Динамо». Ситуация ныне исправлена. На улице Термесской также были проведены 1200-миллиметровые трубы протяженностью 550 метров. В Махалле Фуркат на участке более 1,5 километра, проходящем под домами жителей, протянуты такого же диаметра трубы. По улице Нуриддина Шукурова три дома стояли над водной магистралью. Они сами попросили горхакимият выделить им технику и специалистов. Там мы также провели 1200-миллиметровые трубы. Наряду с этими положительными сдвигами есть еще территории, требующие комплексного подхода. В их числе улица Чукурюль, именуемая в народе Макаронкой. Здесь был снесен ряд незаконных торгово-сервисных объектов, расположенных на водной магистрали. Некоторые предприниматели убрали бетонные плиты, заменив их съемными конструкциями, благодаря чему в этой части Макаронки подтопления не было. 2-3 года назад здесь все было закрыто бетоном и затапливалось во время дождей. Сотрудники благоустройства попросили открыть коллектор. Мы убрали плиты, поставили эти съемные конструкции и оставили место для очистки водного объекта. Неплохо, пока нас не топит. Если что-то мешает проходу воды, сразу же расчищаем. Работы на улице Чукурюль продолжаются. Привезены трубы диаметром 1600 миллиметров. Они будут проложены на участке 300 метров. С 1 марта круглосуточно работают две бригады отдела каналов и ирригации при управлении благоустройства. Поэтапно они проводят очистные работы в водных объектах от различного мусора во избежание чрезвычайных ситуаций. Как сетуют ирригаторы, каждые 4 дня набираются отходы. В основном это баклажки и полиэтиленовые пакеты, которые препятствуют течению воды в каналах. В настоящее время вопросы по решению подтопленных территорий в городах и районах находятся в центре внимания главы области. Главная задача, чтобы дренажная система и ливневые истоки выполняли свои функции. Работы в этом направлении будут продолжены. И на постскриптум хотелось бы отметить, что каждый самаркандец может внести свою лепту в недопущение чрезвычайных происшествий. Это всего лишь не бросать мусор, где попало, не заполнять арыки различным хламом и дать им возможность функционировать по назначению. Ведь каждое маленькое необдуманное действие наряду с озвученными выше приводит к необратимым последствиям.